На одноруких бандитов удачно поохотились и петербургские полицейские. Зал с игровыми автоматами работал прямо в здании крупного торгово-развлекательного комплекса. Хозяева соблюдали все необходимые меры предосторожности. Чтобы попасть внутрь, бойцам спецназа пришлось ломать мощные металлические двери. На это ушло несколько минут. За это время посетители успели покинуть заведение через опасные выходы, а персонал отключил часть оборудования и частично спрятал выручку. Правда, вот выключить собственные камеры наблюдения бизнесмены-нелегалы забыли. Видеозапись послужат дополнительными доказательствами их вины. Изъяты 24 игровых автомата. В ближайшее время они будут уничтожены.